ערב טוב שדברי תורה לנשמת כל שלום ובכללה, מרא מרדכי בן תמר, רבי יתר דרשי וגם בקו בן בחמל. Продолжаем по книге Павла, вот Чува, сила Чувы, день 31. Стратегии, как сделать так, чтобы наша Чува продолжалась. Стратегия номер 8. Человек должен принять на себя ответственность. Он говорит, кто я? Я ничего не отвечаю, я хороший человек. Он говорит, первое, говорит, человек как себя оправдывает. Первое оправдание, одно из оправданий, которое находит человек, он говорит, я ничего сделать не могу. Я родился такой спокойный, или ленивый, или быстрый, или гневный. Меня так вырастили. Такие люди, говорит, вокруг меня. Культура у нас такая. У меня соседи такие, у меня семья такая, у меня работа такая, у меня гены такие. И так человек постоянно себя оправдывает, почему он не хочет делать чува, или почему он не хочет меняться. Это говорит самооправдание. Реальность же, он говорит так. Когда человек, не дай Бог, грешит и нарушает одну из мицвот Всевышнего, первая реакция должна быть сожаление, которое соединяется с излечением того и исправлением того ущерба, который человек сделал. И в следующий раз, что он должен сделать? Постараться избежать этот грех. Но человек не может чувствовать сожаление о грехе, о том, что он сделал что-то, если он не чувствует за это ответственность. Если человек на кого-то накричал, и он говорит, что я могу сделать? Я такой человек. Тот виноват, он меня разозлил. Пока он на себя ответственность не возьмет, что я был неправ, или мне надо меняться, он не может чувствовать сожаление. Поэтому он никогда чуву не сможет сделать, он никогда не может меняться. Есть люди, к сожалению, которые всегда говорят, которые считают, так они считают. Я без изъянов. I'm perfect. Мне замечания не делайте. Я никогда ни в чем не виноват. Это, говорит, самообман. Это и самооправдание. И поэтому реальность же говорит, что человек, который, не дай Бог, согрешил, сделал что-то неправильное, должен остановиться и подумать, как меня исправить и предотвратить этот грех. Если же человек верит, что обстоятельства вынудили его сделать то, что он сделал, что он говорит, кто виновный? Бог виновный в том, что случилось. Потому что кто мне эти обстоятельства создал? Всевышний, который создает все эти обстоятельства. Поэтому из-за него я и согрешил. Так человек себя оправдывает. Поэтому, говорит, человек, который обвиняет других в том, что с ним происходит, он теряет силу, он отдает силу, ту силу, благодаря которой он может изменить свою жизнь. Обвиняя других, я теряю силу менять себя. Я теряю силу решать, что будет со мной в моей жизни. Какой будет моя жизнь. Поэтому, что он делает? Он дает себе стать рабом обстоятельств. И он будет лететь туда, куда дует ветер. Человек же, который принимает на себя ответственность, то он распознает силу выбора, которую дал ему Всевышний, который вложил в его руки Всевышний. И он старается использовать эту силу для того, чтобы построить хорошую и правильную жизнь. Поэтому он говорит, принятие ответственности на себя включает следующие вещи. Первое. Признать, что только я и только я виноват или не виноват, и только я ответственный за те решения и за тот выбор, который я делаю в своей жизни. Никто, кроме меня, не виноват в том, что я решил сделать или я когда-то сделал. Следующее. Принять на себя тот факт, что я выбираю свои чувства и свои мысли. Поэтому человек не может сказать, ты мне настроение испортил. Да, может кто-то тебя задел, но настроение портит человек сам себе, своей реакцией на то, что ему сказали, на то, что ему сделали. Или на человек обижается. Я его не заставлял обижаться, может кто-то ничего сказал, но кто обижается, он сам. Очень часто, к сожалению, люди себя ведут неправильно. Ведут себя, вот я на тебя обиделся. Думая, я на тебя обиделся, и тебе от этого плохо. Я делаю ему плохо, а ему все равно, он не знает, что я себя плохо чувствую за то, что я его обиделся. Человек себя, не дай Бог, гложет. Следующее.
Как мы сказали, человек должен принять на себя, что именно он выбирает направление своей жизни, как он хочет жить. Следующее. Человек должен признать на себя и взять на себя, что он не может обвинять, других в тех, в том, что он сам выбирает. Следующее. Человек должен знать, что у него есть сила решать реакцию, какой будет его реакция на все, что происходит вокруг него. И действия, которые он будет делать. Неважно, какая бы негативная система ни была. Примеры нашей працы. Авраам Авину вышел от Эраха нечистый. Ривка Эмину выросла с домом, в доме с Лаваном, бандитом. Дочери его. Какое бы окружение ни было, реакция на это зависит от самого человека. И человек должен знать, что только он отвечает на то, как он реагирует на то, что происходит с ним и вокруг него. Следующее. Человек должен отказаться от самообмана, от того, что self-pity, как сказать по-русски, рахами. Жалеть себя. Человек должен перестать жалеть себя. Человек очень часто жалеет себя. А что? Нужно взять ответственность за свою жизнь в свои руки и решить, в каком направлении я хочу двигаться. Не надо постоянно себя жалеть. Тебя обидели, ты такой, ты хороший, ты не виноват. Все это самообман. Следующее. Человек должен принять и пропустить через себя, что Всевышний дает каждому человеку. Он может стать идеальным. Но если, то есть все, что у человека есть, это то, что необходимо ему достичь для того, для чего Всевышний его создал. Если у человека нету чего-то, нету какого-то качества, то он должен знать, что это качество не нужно ему для того, чтобы достичь своего потенциала. Как интересная вещь, я на этой неделе услышал Роман Сурского, я думаю, он сказал так. Почему люди должны работать? Мы работаемся. Почему? Не только работать. Почему у человека есть трудности? Правильно? Почему у животных нет трудностей? У них нет других трудностей. Ну, не такие, как у человека. У них есть какие-то свои трудности. Найти, что покушать, где поспать, где попить, не замерзнуть. Но не такие трудности, как у человека, я знаю, с работой, с женой, с детьми. Почему? Потому что у каждого из нас есть свой потенциал. И у человека есть потенциал, и у коровы есть потенциал. Какой потенциал у коровы? Стать стейком на тарелке человека. Это самое большое, что может корова достичь. Что еще она может у нее? Какой потенциал у нее есть? Молоко давать? У человека есть потенциал стать выше, чем ангел. Но ничего просто так не приходит. Спортсмен, он 10 лет, 15, 20 лет занимается, чтобы один раз попасть на Олимпиаду и там получить золотую медаль. Правильно? Или как мы смотрим бокс. Говорит, о, если бы я был там, я бы дал так ему он. Если бы ты там был, ты там долю секунды не простоял бы на ринге. Со стороны смотреть хорошо. Поэтому, говорит, у нас есть потенциал, но для того, чтобы достичь этот потенциал, нужно вкалывать. Давайте дальше. Он говорит, принятие на себя ответственности включает на себя, что человек должен сесть и честно посмотреть на себя. И посмотреть на то, что ему Бог дал, какие у него есть таланты, какие у него есть хорошие позитивные поинты, чего он может достичь. Следующий он говорит. Человек должен научиться смотреть на себя с хорошей стороны. И должен научиться, и должен дать себе задание улучшаться, продвигаться и расти. И должен, то есть, что значит смотреть на хорошей стороны? Не говорит, что я неудачник, я никогда не исправлюсь, из меня уже никем не будет. Я могу это сделать. Если я поставлю цель, я ее достигну. Что надо сделать? Поставить цель и к ней стремиться. Дальше он говорит, когда человек дает или допускает то, что он винит свой гнев или людей, которые вокруг него, или на самом деле человек должен научиться прощать людей, которые вокруг него, которые были с ним, которые были в его прошлом. Или человек очень часто держит зло над людей, которые были в его прошлом и что-то сделали для него в прошлом. Он говорит, человек должен научиться это
пропустить. Let it go. Пусть это пройдет. Ты должен смотреть на вещи не так, что тебе обидели или тебе что-то не додали, как он говорит, союзы можно сразу видеть и в Америке, и в Израиле. Союзы — люди, которые нам всегда чего-то не додали. Потому что там была такая система, всегда ничего не хватало. И мы всегда входим, к сожалению, большинство людей ходят с таким лицом, вот не додали. Всех в дружбе, в Бухарин Таймс, в других напечатали в газетах портрет, а мой не напечатали. Все, у него, не дай бог, трагедия. Но человек должен знать, что чтобы то, что было с ним в прошлом, он должен научиться думать, что люди, которые были с ним, его родители, его жена, его дети, кто бы ни был, баб, они сделали для него все, что они могли, самое лучшее. Так он должен смотреть на них. Они сделали, может быть, он это не видит, они сделали в соответствии со своими возможностями, в соответствии со своими ограниченными знаниями и познаниями. Поэтому человек должен научиться прозабывать то, что было в прошлом. Поэтому он говорит, когда человек вот эти все поинты принимает в свое сердце, и он готовит свой мозг этим начать чуву. Следующая ступень – это решить, в какой специфической части своей жизни я могу начать изменяться. За что мне взяться в первую очередь? И тогда он может почувствовать, что он знает, какая у него проблема и где он застрял. И тогда он должен научиться не обвинять предыдущие ситуации, жизненные ситуации, которые привели его к этому. И он должен знать, что это не выше его способностей преодолеть. То есть даже мы будем говорить, что человек должен начаться исправляться в той сфере, в которой он чувствует, и он знает, что он может исправиться. И потом, когда он исправился, и этот успех закрепил, тогда на основе этого успеха он начинает исправлять уже более трудные части своего характера. Поэтому он говорит, как человек, который готовится к тому, чтобы подняться на гору, он хочет взять Эверест, он хочет взять. А как он готовится? Он говорит, он не может на самом деле точно угадать, что там его готовит, у него его ждет на пути, все, что там его ждет. Но, как бы там ни было, он должен быть готов, он должен быть в форме, у него должно быть equipment, то, что он, как он должен залезать, ботинки, крючки и это все остальное. Поэтому человек, который готовится к чуве, должен подготовить свой мозг, должен быть готов к изменениям и должен взять на себя ответственность. 2-3 поинта, которые мы сказали сегодня. Он говорит, человек обычно отвергает, не хочет брать на себя ответственность за то, что он сделал неправильно. Или на трудности, которые были с ним. Такая природа человека. Второе. Человек, который не берет на себя ответственность за свои действия, не может испытать сожаление о них, которое ведет к чуве, которое ведет к изменению. И если он не может это сделать, то никогда ничего у него, не дай Бог, не получится. И третье. Мы должны знать, что все аспекты того, что человек берет ответственность на себя, готов взять ответственность на себя, они заложены, корень их выходит из чего? Из того, что Всевышний дал нам свободу выбора. Поэтому все зависит от меня самого. У Рояков, снова мы возвращаемся к первому человеку, у него был выбор, кушать из этот плод дерева познания добра и зла или нет, и так и каждого у нас. Свобода выбора у нас, что мы хотим сделать со своей жизнью, мы берем на себя ответственность за свои действия. И мы сказали, человек делает ошибки. Самое страшное, что он может сделать, любая ошибка, ее можно исправить. Только за ошибки надо платить. Человеку обидно, человеку не хочется. Человек должен научиться и сказать, то нету ничего вечного и нету человека без ошибок. Сделал ошибку, самое дешевое, что можно исправить, это заплатить за нее деньгами. И не надо за это убиваться, не надо об этом думать. Проехали, пошли дальше. И рацион, чтобы все были живы, здоровы и правильно делали чуву. Бурхадуна лаулам, амен ве амен.